Добро пожаловать на завод Тапуэ в Португалии. Завод располагается в деревне Монталву, штат Констанца, на севере Португалии, на территории 42 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день завод Тапуэ в Португалии является одним из 15 заводов по производству изделий Тапуэ. Его мощности составляют 32 производственных станка. В год завод поставляет более 1 миллиона коробок с продукцией. Как и на других заводах Тапуэ, основу производства составляют пресс-формы, позволяющие изготавливать различные изделия Тапуэ. Производство таких изделий, как акваконтроли, измельчитель турбо, коллекция Allegro, коллекция кухонных принадлежностей Disco, находится в Португалии. Именно на португальском заводе была впервые в Европе внедрена технология производства эко-бутылок – изделие номер один по продажам в мире. Эко-бутылки производятся по совершенно новой, передовой и уникальной технологии. Не так давно на заводе была запущена двухуровневая пресс-форма для более быстрого производства изделий. Здесь также располагается пресс-форма для производства дышащих мембран, необходимых для таких изделий, как умная хлебница, мастер-тост, умная сырница. На заводе производятся изделия с помощью плазменных технологий, изготавливая такие изделия, как охлаждающие лотки и емкости для разогревания микроволновой печи. Изделия Тапуэ во все времена ассоциировались с высоким качеством и многофункциональностью. Поэтому качество производимых в Португалии изделий гарантируется системой контроля качества и нормами ISO 9001. А сертификация стала одним из стандартов производства на заводе. Забота о здоровье своих сотрудников и экологическая безопасность производства являются неотъемлемыми элементами корпоративной культуры. Цель завода в Португалии – стать заводом Тапуэ номер один в мире за счет производства изделий высокого качества, предоставления наилучшего сервиса и оптимальной цены. От имени всех сотрудников приглашаем вас посетить наш завод и желаем вам удачи! We'll be right back.